Так, ребята, всем-всем добрый вечер. Я сегодня с вами Джамалидин Мурадов. И добро пожаловать на моего канала Дальнобой 2022 Green and Road. Так, ребята, у нас сегодня обзор. Обзор про обновленное. Какая обновленная? Никакая не обновленная. Обзор про автономная карта по названию Российская простора. Версия 12 Russian Open Spaces, версия 12 под 1.45. Так, ребята, пред осмотрением моего гайда я вас попрошу, подписывайтесь. Для тех, кто еще не подписался, рекомендуем, советуем подписаться на моего канала. Поддержка моего канала, поддержка Дальнобой 2022 Green and Route. Так, что ж, ребята, обзор будет продолжаться кратко, интересно. Так что, ребята, не переключаемся. Обзор. Погнали. Всем приятного осмотра. Так, ребята, игры у меня дошла до 1.45 и 2.9s. Не стимовская, не лицензия. Пиратка пашет, все свои дела выполняет. Отлично. Так, здесь ничего делать не будем. Попадем в управление профиля. Попадем в новый профиль создать. Новый профиль, как видите, как мы видим, при использовании облака Steam исключим, хотя он несколько раз начинает повторить. Так, попадем проводник S-мода, менеджер мода, как видите, как мы видим, и каким образом должна, ну, каким образом должна быть. Так, здесь пишем просто Rus. Хотя сейчас Евротрак Симулятор 2 на русской, на кириллской он как бы не дружит, особо контачит со латинской, поэтому пишем просто здесь Rus. Пожалуйста, спустим самый вниз. И вот она, ребята, как видите, как мы видим, перед вами, перед нами. Что ж, погнали, приступим к деле. Каким образом должна быть? Сначала пойдет Russian Open Spaces, Russian Open Spaces Vehicle Track, Vehicle Model Map, затем Dev. Вот с таким порядком установка мод должна быть. И это еще не все. Пишем здесь, удаляем US, удаляем на место US, пишем OS Russian Open Spaces. И отсюда что мы будем выбирать? Будем выбирать промзона 12.42 Russian Open Spaces RusMap. Но RusMap ставить не будем. Это же все такое же автономная карта. Он пока в данный момент ни с кем не контачивает, ни с кем не дружит. Но в дальнейшем посмотрим. Ну, не знаю, я так посмотрел, почему был нет. Пока в данный момент конфликта никакие не имеется. Так, что ж, ну, с таким вариантом. И это еще не все. Для тех, кто хочет чаши, для тех, кто чаши использует свободную камеру, по латинский вариант, Russian Open Spaces, 7.5, английский файл, английское название. Версия начинается стартовать из 1. Так, из 1.32, по-моему, дошла до 1.45. Кликнем. Вот с таким вариант должна быть. Сначала пойдет еще раз. Пойдет Russian Open Spaces Vehicle Track, Vehicle Model Map, ну, как хотите, так его считайте, Dev или просто Russian Open Spaces. Так, это удаляем. Вот оно. Так, 12.0 от автора Морозов. Здесь всякий указывает. Игра дошла до 1.42. Исправлена для 1.45. Вот она. В высоком приоритете.
пожалуйста, от автор Морозов, Павел Морозов. Ну, вот с таким вариантом. Ну, я, естественно, подложкой ничего ставить не буду, по такому причине, что он автономный. Пока в данный момент ни с кем не контачивает, ни с кем не дружит. Поэтому имейте в виду. Что ж, ребята, при правильном активатор мода принимаем применить. Так, как я вам отмечу, что использование облака Steam, несколько раз он начинает задавать. Исключим случай для тех, у кого есть пиратка или там лицензия, без разницы. Смотрите, чтобы вас не отправил администратор или World of Track, или администратор Steam. Ну, здесь там пишем, например, там пускай будет Рос. Рос там... Рос 1.45, пускай вот так будет. Рос — это значит Russian Open Spaces. Например, пускай будет точка. И здесь пускай будет точка. Так, выбираем там какой-нибудь дядя. Выбираем тягач, пускай будет Вольвуха. Там логотип компания, без разницы, пускай будет шин. Пишем здесь там тра-тра-тра. Кстати, видите, что хорошо, что по поводу игровой модуль, пока в данный момент не пропускаем. Выбираем Russian MBD. Вот оно. Хорошо, что я его пропустил. Хорошо, что я его не пропустил. То есть, прошу прощения. Что ж, создать для тех, у кого связано геймпады или с руля, чтобы себе другим не заморачивать. Переносим его по центру. Далее завершаем параметр. Как видите, как мы видим, дело пошло. Так, ребята, хочу отметить, что пока он как бы автономная, но дальнейшего посмотрим, что будет, того будет. Здесь указывает 1.42, но исправлено для 1.45. Но пока со с другим сборком, пока я не рекомендую. Дальнейшего посмотрим, что будет, того будет. Для этого потребуется от ваш поддержка моего канала. Так что имейте в виду. Спасибо за внимание. Действуем дальше. Здесь указывает, выбирайте город, который вы хотите начать, естественно, далее. Пускай будет там. Я всегда выбирал из самой край, из самой крайна. Там Тобольск, Россия. Хотите пройти обучение, пускай будет да. Как видите, как мы видим, пошла вторая загрузка. Промзона 1.42 исправлена для 1.45. Пока в данный момент он как бы автономный. Ну, дальнейшего посмотрим, что будет, або будет. От вас потребуется поддержка моего канала. Добро пожаловать в Euro Truck Simulator 2. Тра-тра-тра. Как видите, как мы видим, дело пошло. Дело несколько раз после создания нового профиля. Несколько раз он загружается. Это, по-моему, уже третий раз загружается. Что ж, ребята, как видите, как мы видим. Понедельник, 10 часов утра, текущее задание. Сухари из Тобольска до Тобольска. Добро пожаловать российская простора 12.0. Как бы добро пожаловать стоковая Volvo FH тюни, со стюнинг пака Адона. Ну вот, ребята, как видите, как мы видим. Так, кликнем по латинскому буква М. И вот, пожалуйста, Сургута там, Муравленко, как его? Муравленко там. Ну, всякие. Не знаю, по-моему, один к одному или один к 19 масштаб. Выглядит таким образом. Но по поводу промзона обязательно ставьте, чтобы вы обнаружили там название города. Иначе никак. Арзамас 16, там Киров, там Ухолово, Новоморская, да, то есть и Красная Богатырь, то есть и там Любимый, там как Вологда, там всякие. Ну, не знаю, ребята, я так смотрю, что дело неплохое. Давайте с помощью свободной камеры, там, например. Давайте я сейчас это дело я быстро сохраню. Там, пускай будет там тра-тра-тра.
И давайте, например, не знаю, например, куда нам лететь, посмотреть. Вот где-то здесь есть зима. Зима. По-моему, это Алакурти. Как? Алакурти. Алакурти, да, Алакурти. Котола. Давайте вот прямо сейчас доберем с помощью свободного камеры до Колота, до Котола. Так, Гото. Котола. Котола. По-моему, так она пишется. Гото Котола. Далее. Все. И теперь посмотрим, на что он способен и что нам. Воу! Погодите, смотрите, какое офигительное дело. Не помню, у меня по поводу этого у меня обзора было, не было. Врать не буду. Ну, такая, ну какая сборка там? Не сборка, естественно. Здесь какая-то Volvo обнаружена, автосалон Volvo. Давайте вот здесь встанем. Посмотрим. Ну вот, пожалуйста, Котола. Кликнем по латинскому буква М. И вот, пожалуйста, все паромы на свои места. Все там, текстура там, название, город, все свои места выглядит. Еще раз хочу отметить, что выглядит таким образом. Ну, не знаю, дальше сами посмотрите, что к чему. Но пока со сборка, пока я ничего не могу там обещать. Но для дальнейшего постараемся, чтобы могли его зафигаривать. Но он как бы со Русмапа, он как бы пока данный момент он как бы не контактирует, не служит, не дружит. Ну, такая, давайте сейчас попробуем попасть. Инта. Как она пишется? Снова Гото. Там. Гото. Инто. То есть Инто. Инто. Не понял. Как она пишется? Инта. А, то есть, прошу прощения за ошибку. Вот она, Инта. Так, и попадем в Инту. Посмотрим, что там. В Инту тоже зима. Так. Не знаю, давайте с помощью свободной камеры несколько километров пройдем. Я имею в виду вместе с вами. Поищем там. Вылета, ошибка. Где у нас здесь дорога? А, вот она дорога, смотрите, какая дорога. И это еще не все, ребята. Хочу отметить, что здесь имеет своя погода, погодные условия. Если у кого есть реалистический Brutal VHR, то думаю, то есть не только думаю, советую его не ставить. Так, поехали поездам, понятно. Ну вот здесь какая-то шлагбаумна. И вот, пожалуйста, выглядит вот таким образом. Всякие ветер со снега. Ну вот, пожалуйста, где-то здесь есть автозаправочная. Ну вот, хотя так посмотреть, особо как бы дело неплохое. Вот иметь всякие названия города там. Нарьянмар, Озерная и там Уста-Уса. И здесь то же самое. Воркута, Инта, Салехарда и Новая Урагой. Понятно. Не, ребята, не знаю. Здесь какое-то мастерское, пожар. Случай события. Ударил аудио Volvo. Ударил. Здесь какой-то. Они решают проблема. И вот. Напротив нас самолеты летят, не знаю, что за... Здесь какая-то прицепа для прямых заказов, прицепа. Вот здесь, давайте. Не знаю. Как бы сами посмотрите, как бы, что к чему. А так, посмотреть, как бы, дело неплохое. Имеет своя текстура, как бы. Смотрите. А, понятно, то есть все, я понял. Так, как говорится, не дурак понял, если дурак не понял. А, здесь понятно, здесь какой-то. Не знаю, давайте.
Здесь какая-то ЖД промбаза, по-моему, где вот техника собирает, там всякие военные техники делает, собирает Камацу, как бы. Вон она, Камацу, как бы. Не знаю, давайте вот, например, где-то здесь станем. Ну, ребята, как бы, сами дальше посмотрите. Я вот здесь вам экшмами бадбахта. Хдо ормонит букша парварди горе хажда хазор йола. Ну что ж, ребята. Надеюсь, так посмотрели, нормально все. Ну не знаю, если на днях, если получится, на стриме я его загоню, как бы. И на несколько километров покатаемся, как бы, и посмотрим, на что он будет способен на один. Хотя я так вижу, что пока не ругается, как бы, консоль, как бы, нормально все, как бы. Что ж, ребята, надеюсь, гайд кому-то помогло, гайд кому-то стало интересно. Спасибо за внимание, спасибо за поддержку моего канала, спасибо за лайкосы, спасибо, что вы с нами, спасибо, что вы со мной, спасибо еще раз, спасибо за поддержку, спасибо за подписку, спасибо за лайкосы, спасибо за хорошую оценку. Как говорится, где вы были, не были, добро дело за вами, всегда ответ вернется. Где вы были, не были, поэтому имейте в виду. Сейчас я света включу, блин. Даже она мне достала, она, блин. Так. Вот поэтому. Ну, такая сборочка. Ну, какая она сборка, просто автономная. Пока в данный момент как бы идет автономная. Ну, дальнейшего посмотрим, что будет, того будет. Что ж, ребята, берегите себя, берегите своей близкой. Всем пока-пока. До следующего выпуска. Всем пока-пока.